Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, где мы продолжаем играть на моем сервере с модом Pixelmon, где сегодня мы будем продолжать открытие кейсов, как в CSGO, но только с покемонами. Меня уже многие просили, мол, Эдисон, сделай новую серию с открытием кейсов, и, ребята, эта серия специально для вас. То есть, если вы хотите, я для вас сделаю. Главное, чтобы вам это нравилось и вы это хотели. Ребята, также я бы очень сильно хотел вас попросить поставить лайк, ведь я вам обещаю то, что если мы наберем 800 лайков на вот этой серии, то следующая серия открытия кейсов с покемонами выйдет на следующий же день. Я вам даю просто-напросто слово. Вы знаете, что делать, если лайки наберем, а серия почему-то не выйдет. Я буду должен добавить вас в друзья ВКонтакте, сделать вам какой-то подарочек и также расписаться у вас на стенке. То есть сделать вам свой автограф. Поэтому, ребята, ставьте лайки, также оставляйте свои комментарии под этим видео, потому что я общаюсь со своими подписчиками. Если ты не веришь, то можешь проверить, оставить свой комментарий под этим видео, увидишь то, что я на него отвечу и также с тобой пообщаюсь. И последнее, не забывай подписываться на мой канал, я буду очень сильно рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому я бы прям тебя хотел попросить подписаться на мой канал, я буду очень сильно этому рад. А мы, ребята, приступаем. Кто забыл, то мы всегда открываем по 3 кейса. 3 серебряных, 3 золотых, 3 алмазных и 3 изумрудных. А по мере нарастания. Понятно, что с серебряных кейсов будут выпадать обычные шайни покемоны. То есть нередкие шайни покемоны. Такие, как, например, Тедди Урса, Айпом, Пичу. Сейчас нам шайни Слоупоша выпал, в принципе. Выпадают итемы, выпадают покемоны в виде итемов. Ребята, это только это что-то новое, потому что это разработка для серверов, не для моих, я не говорю. То есть это мне мои друзья подогнали. Кто не знает, то мои друзья — это сервера Black Dragon. Они мне помогают содержать вот этот сервер, они помогают мне управлять. Поэтому не нужно говорить то, что я украл этот мод серверов Black Dragon. Это они его сюда поставили, потому что они, ребята, мои друзья. Это плагин, это мод, это разработка для серверов, которые этот мод вам никто не даст. Это во-первых, во-вторых, он в одиночке не работает. Он работает только на сервере, да, ребята. Поэтому даже не спрашивайте: а Эдисон, а скинь мне ссылочку, пожалуйста, на этот мод, чтобы я его скачал. Или Эдисон, почему он у меня там в одиночке не работает, или что-то в этом роде. Ну ладно, ребята, не будем отвлекаться. Давайте посмотрим, кто нам выпадет с этого кейса. Как я помню, нам еще никогда не выпадало Shiny Джинкс, Shiny Сваблю и Шайни Винау. Да, ребята. И опять Слоупоша. Да ты что, вообще приофигел? Зачем ты нам второй раз? Если сейчас нам еще один Шайни Слоупоша выпадет, то я его просто-напросто пошлю не знаю куда. Но он нам не нужен. Дайте нам, я не знаю, честно, дайте нам ту же хотя бы Шайни Сваблю. Она нам еще никогда не выпадала. Шайни Сваблю, Шайни, как я уже сказал, Джинкс нам никогда не выпадала. Я был бы рад, если бы она выпала. Только Слоупоша, иди, пожалуйста, нафиг. Шайни Литвик, то есть, пускай будет, ладно. Пускай будет, я, если честно, даже доволен то, что нам выпал. Я его не буду брать, я просто-напросто оставлю его у себя в инвентаре. И мы приступаем сразу к следующим кейсам. Это золотые кейсы. Что выпадает, точнее, какие покемоны выпадают из золотых кейсов? Золотых кейсов выпадают шайни стартовики, да, то есть все стартовики, что на данный момент существуют в моде Pixelmon, только Shiny, и нам выпал Shiny Piplup. Офигеть, потому что Shiny Piplup, во-первых, это круто, а во-первых, это ценно на серверах, поэтому я, ребята, даже очень сильно рад, что нам выпал. Мне кажется, нам Shiny Piplup еще никогда не выпадал, поэтому, ребята, я вас всех поздравляю, это вроде первый раз. Shiny Bulbasaur нам уже вроде выпадал даже много раз, поэтому чему-то особенному тут радоваться нету. И как это все так быстро к концу подошло, я имею в виду золотые кейсы, потому что у нас последний золотой кейс. Это офигеть. Это, ребята, офигеть. И посмотрим, кто нам выпадет. Нам еще никак... Нет, кто нам не выпадал? Кто нам не выпадал? Да вроде все. Вот сейчас нам выпал Shiny Piplup, которого я вроде давно хотел. А так нам уже вроде все Shiny выпадали. Shiny Mudkip нам даже выпадал. Самый ценный Shiny, да, покемон среди стартовиков. Shiny Skirtle, ну, пускай будет. Мы приступаем к алмазным кейсам. Вы, ребята,
Если не знаете, то с алмазных кейсов выпадают редкие шайни покемоны, такие как шайни Риолу, шайни Дратини, шайни Зоруа и, в принципе, другие вот такие, такого типа, шайни Белдум, вот такого типа редкие покемоны. Даже шайни Фоссил покемоны выпадают, которые, по сути, вообще в мире не могут существовать. Нам выпал шайни Снизл. Потому что если вы находите Фоссил, то они могут быть только обычными покемонами, да, то есть... древними фоссил покемонами, но они никак не могут быть шайни. Поэтому, ребята, это даже круто, то что тут в кейсе есть шайни фоссил покемоны, да. И знаете что, вот давайте я сейчас дооткрою эти алмазные кейсы, перед тем, как мы перейдем к открытию шайни Магби, нифига себе, перед тем, как мы перейдем к открытию кейсов с легендарными покемонами, дайте-ка я вот это все выложу, допустим, вот сюда. Вот так шайни Рейклаза нам выпадала. Последний кейс, ребята. Последний кейс, мы посмотрим, что же с этого кейса нам выпадет. И, пожалуйста, дай нам там шайни Риолу и шайни Белду. Шайни Белду нам уже вроде один раз выпадала, ребята, если я помню. Шайни Лапрас нам уже много раз выпадал. Ребята, что я хотел вам сказать? Вы помните, у нас была одна серия с большим открытием кейсов, где мы открывали по 20 кейсов, по 20 каждых кейсов, то есть 20, 20, 20, 20, и в сумме получилось то, что за одну серию мы открыли 80, мать его, кейсов. Это самое большое открытие кейсов, которое у нас только было, ну, с покемонами, и серия длилась около 50 минут. Поэтому, если вы хотите еще раз такую серию, ребята, давайте сделаем так же, как и было на прошлой серии. Если мы наберем 800 лайков, то после того, как мы это сделаем, на следующий же день выйдет следующая серия Пиксельмона, вот это, с открытием кейсов. Обычная серия, где мы будем также открывать по 3 кейса. Если мы наберем 1200 лайков на этой серии, то я вам, ребята, даю слово, то, что как только мы это сделаем, то на следующий же день выйдет также новая серия открытия кейсов, но только с большим открытием кейсов, где мы будем открывать также по 20 кейсов. То есть 20 серебряных, 20 золотых, 20 алмазных и 20 изумрудных. И это будет круто, потому что большое открытие кейсов — это всегда круто. Поэтому, ребята, выбор за вами. Если вы хотите, пожалуйста, я для вас сделаю. Все, что от вас требуется, это просто-напросто поставить лайк. Если вы хотите, то, пожалуйста, поставьте, и мы сделаем большое открытие кейсов. Ну что, ребята, мы приступаем. Нам еще никогда не выпадал Грудон, и нам еще никогда не выпадал Шайни Грудон. Логично, да? Вроде все остальные покемоны выпадали. Селеби, в принципе, да, выпадала. Легендарные птицы, офигеть, как много раз выпадали. Шайни Райкваза, шайни Мьюту, шайни Лугия. Забдос, как я уже сказал, миллион раз выпадал, поэтому даже его смотреть не будем. Кто нам еще не выпадал? Я не знаю, вроде все выпадали. И Райкоу, и Энтей, вроде все. Шайни Кьогр нам даже выпадал. Не знаю, честно. В этой версии еще нету Хоха, поэтому я не могу сказать, что он выпадал, потому что его еще, по сути, просто-напросто нету. Хотя, вроде, Витамах он уже должен быть. Витамах он уже должен быть. Если я, например... Нет. А фиг его знает, честно, ребята. Может, это просто какой-то баг или что. Короче, не будем об этом думать. И если мне сейчас выпадет Артикун, это будет прям... топ набора легендарных птиц, да, потому что у нас будет Забдос, у нас будет Молтрес, и сейчас нам выпадет Артикун, это прям легендарный пак будет. Это будет реально смешно, если нам сейчас Артикуна выпадет. А если нам, например, хотя бы Лугия выпадет, или еще кто-то, то я буду реально очень сильно рад. Ну кто? Кто? Только не Мью, я тебя прошу, только не Мью. Лучше бы я сказал только не Шайни Грудон. И нам бы выпал Шайни Грудон, как только я сказал только бы не Мью. Ладно, ребята, в принципе, нам выпал Забдос, нам выпал Молтрес и нам выпала Мью. В принципе, сойдет.
Пускай будет, но у нас тут Грудоша охраняет, поэтому, можно сказать, он нам уже выпал, ну, в какой-то степени. Также там Селеби, вот, Селеби на дереве. А, ребята, на этом мы будем заканчивать эту серию. Я не знаю, сколько она там длилась, около 10 минут, но также я скажу, ребята, как только мы наберем 800 лайков, на сразу же на следующий день выйдет следующая серия с открытием кейсов. Если мы наберем 1200 лайков, то также на следующий день выйдет серия с открытием кейсов, только будет масштабное открытие, то есть большое открытие кейсов, где мы откроем 80 кейсов. Хотите ли вы или нет, этого зависит только от вас, я даю вам, ребята, выбор. Также не забываем оставлять комментарии, потому что я отвечаю на вопросы своих подписчиков. Если ты не веришь, то можешь проверить, оставить свой комментарий под этим видео и увидишь то, что я на него отвечу, также с тобой пообщаюсь. И последнее, не забываем подписываться на мой канал. Я прям, честное слово, ребята, я вас сильно очень люблю, поэтому вступайте в нашу большую дружную семью, кто еще не подписан. Я бы прям тебя хотел попросить подписаться на мой канал, я буду очень сильно этому. Конечно же, рад. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.